Около часа назад мэр Москвы посетил парк Сокольники, одно из популярнейших в столице мест отдыха. Достаточно сказать, что Новый год там встретили около 30 тысяч человек. Для зимнего отдыха в Сокольниках организовано катание на санях и лошадях, проложены протяженные лыжные трассы, есть прокат инвентаря. Для посетителей парка возведены сразу два непохожих друг на друга ледовых городка с домом Деда Мороза, лабиринтом и маяком. Большой популярностью у москвичей пользуется большой и бесплатный каток. Довольны, как вас обслуживаем? Да, конечно, да. Очень да. Довольны. Вы знаете, парк настолько преобразился. Просто спасибо большое руководству. И с детьми есть где погулять и отдохнуть. Богу, и все да. Цивильно, наконец-то просто. А вот эти вот ларечки сделали, да, как в очень тренд. Удобно, да, конечно. Новый год не были здесь? Почему не были? Новогодняя мы живем ночь. Вот рядом. Ну. Я приходил, вот Любу рассказывал коллегам год тому назад. Здесь вообще ничего не было, никакой жизни. Здесь было темно, несколько человек реденьких, узеньких. Тропки в снегу и все, и тишина полная, парк спал. Сейчас...